Василий Найденко не просто пенсионер, один из главных активистов Народного фронта. В 2016 году на свои средства начал ремонт больничных палат в Краснобаковской районной больнице. Идея привести здание в идеальное состояние сплотила не только односельчан, но и пенсионеров из Москвы и Ростова-на-Дону. В итоге я отремонтировал 20 палат, это все отделение терапевтическое, и 3 процедурных кабинета. В лучшем виде все. Это не просто как по бюджету ремонтируйте, знаете, по казенному. Нет, тут же я уже качество от и до добился, потому что это народные деньги, и у меня очень большая ответственность перед людьми. На региональном форуме Василий Найденко выступает с идеей, которая поможет поднять систему здравоохранения на более высокий уровень. Чтобы нам решить кадровую проблему врачей, а сейчас по всей стране это же проблема кадровая, нужно вернуться к советскому опыту распределения молодых специалистов. 300 участников форума не только делятся своими идеями развития, но и положительным опытом. Сегодня мы хотим эту положительную практику распространить на все районы нашей области. В том числе мы выйдем сегодня с предложением на областное правительство, чтобы они посмотрели все наши предложения, которые мы даем, и приняли, значит, либо к сведению, либо, значит, вставили в программу по развитию первичного звена. Я думаю, что здесь собрались люди, которые хотят изменить ситуацию в здравоохранении, чтобы она была ближе к жителям Нижегородской области, как мы сейчас говорим, доступность, качество медицинской помощи. Цифровизация здравоохранения, развитие скорой медицинской помощи, образование – эти и другие темы обсудили активисты фронта и главные врачи больниц области. Как уверены организаторы, подобные обсуждения – первый шаг к улучшению ситуации в стране. Александра Шеломцева, Анна Колпаева, Даниил Воронов, Алексей Калякин. Время новостей.